Ты больная, Дин? Не надо. Ты прикалываешься? Да я уже сделала аборт. Одеваешься? А мне что, рожать? Маме звони. Да не буду я ее. Я с тобой поделилась. Я просто в офиге. Это... Всем привет, ребят. Вы на канале Дина Мирная. И сегодня будет новый долгожданный пранк, которого вы ждали. Вы писали под комментарий, сделай пранк над сестрой. И да, сегодня будет пранк над сестрой. А перед началом этого видео обязательно подпишитесь на этот канал. Поставьте лайк. Не забудьте подписываться на мой инстаграм. А мы скоро начнем. Как вы уже заметили по моему инстаграму, что я покрасила волосы, вот, поэтому не пишите, что я похожа на Амира, многие пишут, что я похожа на его сестру и так далее, не надо такое писать, я похожа на саму себя. Так, суть сегодняшнего пранка будет в том, что сегодня я своей сестре скажу, что якобы я сделала аборт, то есть я типа забеременела и сделала аборт, и это будет просто жестко. Я понимаю, что она очень доверчива, она может в принципе поверить, но я надеюсь, что она до конца не поймет, что это пранк. Но в конце, конечно же, я скажу, что это пранк, потому что это будет жесть. Ребят, пранк над сестрой, понимаете? Она может просто сразу взять, позвонить маме, это будет трындец какой-то, поэтому посмотрим, что получится. Короче, ребят, сейчас я позвоню своей сестре, сделаю так, чтобы она ко мне приехала. Она вечно работает. Алло, Ир, ты можешь приехать ко мне? Ну, мне срочно нужно тебе кое-что рассказать, я хочу, чтобы ты приехала, пожалуйста. Да. Блин, ну давай, я просто на работе сейчас отпрошусь, тебя дай. Да, срочно только. Ну, вот это сейчас у меня просто проблема. Хорошо, все, давай, сейчас давай. Все, ребят, скоро она приедет, и начнется пранк. Ребят, короче, она уже постучала, сейчас я открою ей дверь, и начнется просто трындец. Да пойдем, сейчас расскажу, это трындец. Я не знаю, как тебе рассказать это вообще. Дин, только я ненадолго мне это, я с работы просилась. Ну, короче, я не знаю, как тебе это рассказать. Ты меня пугаешь. Я не знаю, как ты просто отреагируешь на это. Я уже неделю над этим думала, как тебе это сказать. То есть я даже родителям, понимаешь, об этом не сказала, настолько серьезная ситуация. Я не знаю, что делать, Ир. Дин, мне кажется, я понимаю, о чем ты, и ты прикалываешься? Нет, скажи, давай ты сейчас скажешь, потому что... Да нет, ты что, шутишь, что ли? Нет. Что случилось? Это реально трындец. Что случилось, Дин? Мне кажется, я беременна. Кажется? Нет, ну короче, я... Меня... Тошнит уже последнюю неделю очень долго, и я сделала уже 3 теста на беременность, они показывают 2 полоски. Мне сначала показалось, что это какой-то, может быть, ну, просроченная вот эта фигня вся, но, понимаешь, 3 раза подряд 2 полоски, это какой-то трындец уже. Ты я не серьезно? Знаю, что делать. Да. Это сейчас не шутка? Нет. Не знаю, Юль, я не знаю, как сказать родителям. Понимаешь, что папа скажет, он убьет меня. Охренеть. Дин, это... Я не знаю, что делать. Я хочу сделать аборт. Ты чё? Ты нормальная? А что мне, растить ребенка? Мне сколько лет? Охренеть, я просто, я не понимаю сейчас. Подожди, до меня до сих пор не доходит это. Дин, это просто жесть. И никто об этом не знает? Но я не хочу ребенка, Ира. Зачем он мне сейчас? Ну, блин, я в шоке, Дин. Я просто в шоке. Я не знаю, как родителям говорить. Я не хочу им говорить. У меня слов просто нет. Ты понимаешь, что, типа, ты угробишь свое здоровье, как минимум? Я понимаю, что потом мало вероятности, что я смогу, в принципе, родить, но я не хочу сейчас этого делать. Мне, блин, сколько лет? Понимаешь, что это трындец? Тебе нужно по-любому с мамой хотя бы поговорить. Понимаешь, что... Ну... Я не знаю. Я не хочу рожать, а она по-любому скажет рожать. Ну это ж пипец. А папа меня просто прибьет. Я не знаю, что в таких ситуациях делать, но... Я не знаю, я бы не стала, наверное, делать аборт. Я просто... Я до сих пор не догоняю. Я не знаю, что делать. Подожди, а от кого? Ну, я не хотела тебе говорить, от кого. Но подожди, Дин, в смысле? От кого? Ну, ты его, наверное, не знаешь.
Ну или знаешь. Ну, короче, он снимался у меня в видосе. Хотела тебе говорить. Но ты... он недавно снимался у меня на канале. Ну ладно. Серьезно? Это то, о ком я думала? Да. Дин, так это же... Вы же уже вроде все обсудили и решили. Как тебе опять же нравится? Я не знаю, ну вот... Вопрос? Вспыхнуло пламя. В смысле, это тот, который типа Никита, Денис, вот этот мимимишка? Да нет, господи, ты что, ты что? Нет. Но... А кто там? О, да ладно, Дина, боже! Я просто в офиге, это просто нереально. Дим, каким образом? Вы же с ним тоже уже все решили. Почему ты... Как это получилось? Когда? Ну, мы поняли, что любим друг друга, и... Ну, вот такая фигня произошла. А Ника, а как вообще... Она еще не знает. Нет. Я не знаю, что сказать. Я тоже не знаю, что тебе сказать. Это... Мне вот просто я уже... Не знаю, я от шока уже начинаю смеяться. Как родителям это сказать, ты понимаешь? Вот родители — это самое жесткое. Да даже Аким еще не знает, я Аким еще не сказала. Ты первая, кто об этом узнал. Я думаю, тебе нужно сказать маме. Я не хочу никому говорить, Илья, я хочу просто, не знаю, бесправильно сделать аборт и забыть об этом всем. Ты понимаешь, что ты убьешь, реально убьешь свое здоровье? Ты, ну, я не понимаю, что делать в такой ситуации. Офигеть просто, Дим, как тебя угораздило? Не надо делать этого, Дим, ты реально убьешь свое здоровье. Да я уже сделала аборт. Ир, я уже сделала аборт. Да, Дим, не надо этого делать, ты понимаешь, ты... Да я уже аборт сделала. В смысле? Ты мне только что сказала, что ты собираешься делать. Я не знала, как тебе сказать, что я собиралась. Дим, ты нормальная? Я уже сделала. Ты нормальная? Тебе сколько лет? Ты издеваешься? А мне что, рожать? Маме звони. Да не буду я ее. Я с тобой поделилась для того, чтобы мне на душе спокойно стало. Об этом никто не знает. Ты понимаешь то, что это может в будущем отразиться на твоих детях? Ты понимаешь это? Да, но я понимаю, что если я сейчас рожу, то это будет на мне отражаться. Дим, позвони маме. Не буду я ей звонить. Звони маме. Я не буду ей звонить. Нет. Я звоню маме, Дим. Нет, это ненормально. Я звоню маме, Дим. Не надо ей звонить. Или напишу, или позвоню, она не должна надо, не надо ей звонить. Ты больная, Дин? Не надо. Ты прикалываешься, телефон не отдай? Нет. А что ты ей звонишь? Короче, иди в жопу, делай, что хочешь, правда. Ира! Я тебя не понимаю. Все, пока. А ты бы как поступил? Всё. Ира! Все. Ир, я пошутила. Ир, это пранк. Ира. Что, пранк? Ты сделала аборт? Пранк. Очень смешно. Да, это все. Смешно, ты реально? Да. Ты что, прикалываешься? Да, все, садись. Ты что, тупая, Дина? Ну немножко, Ира, это правда. Ой, где ты? Да все. Я просто в шоке с тебя. Все, успокойся, это правда. Боже. Я пошутила. Господи, я... Охренеть, я просто уже собиралась звонить маме, просить у нее помощи какой-то. Ты просто ненормальная. Ну зато я поняла, какая ты хорошая сестра. Как тебе это в голову пришло? Ну, не знаю, просто как-то... Посидела, подумала, как можно проткнуть сестру? Да, конечно же, абортом. Я сначала охренела, когда узнала, что ты мне сказала, что ты беременна. Я думала, все, пипец. Потом я узнала, что ты еще от... И ты еще и добила, да? Нет, добила, когда ты сказала, что ты уже сделала аборт. Друзья, аборт делать плохо. Лучше рожайте в 16. Так вот, где она была. Да. Зашибись. Браво! Аплодисменты! Ну, пранкерша года. Дина Мирная. Ну что, ребят, это видео подошло к концу. Вот так вот получился пранк. Она поверила, это было просто, просто отрыв башки. Обязательно подпишитесь на нее в инстаграме, потому что мне реально ее жалко после такого. Это просто трындец. Напишите, что я пошутила ей в инстаграме, чтобы она на меня не обижалась, потому что она до сих пор на меня дуется. Обязательно подписывайтесь на этот канал, поставьте лайк этому видео. И сейчас будет задание для вас. Да блять! Ты че воду льешь? Итак, ребят, сейчас будет задание для вас. Сейчас на экране вы увидите вот этот смайл, и ваша задача этот смайл отправить мне в директ. И трем счастливчикам я отправлю по 3000 рублей, поэтому обязательно переходи на мой инстаграм, отправляй мне вот этот смайл и жди свои деньги. А с вами была Дина Мирная. Обязательно никого не пранкуйте, пусть это буду делать я, чтобы на вас никто никогда не обижался. И всем пока!